по поводу тренера. Мне очень понравилось с ним работать. Он очень грамотный тренер, опытный. И, во-вторых, он как бы привел с собой состав тренеров, которые тоже немало лет поработали в Америке. Как бы все умные тренера, все как бы знают свое дело. Как бы только одни плюсы. С этих двух месяцев я взял для себя только одни плюсы. Очень много значит доверия тренера. Во-первых, то, что как бы до этого я участвовал в сборной Украины, но чуть-чуть мне не везло. Я вызывался на сборы и там где-то на турнирах то руку поломал, то травму какую-то получил. И постоянно как бы не доходил до конца сборов. В этот раз мне повезло. Во-первых, еще как бы не было лидера команды Сергея Лещука на моей позиции. Как бы это мне еще больше взрыв дал. Ну, как бы я хотел очень сильно попасть в состав на его место, показать, что я могу заменить его. Как бы я очень сильно работал для этого. Ну и мне повезло, что я это сделал. Хорваты команда очень серьезная. Одна из, можно сказать, даже лидеров Европы. Могу сказать только, мы проиграли из-за того, что из-за своих ошибок, грубо говоря, так. Потому что делали меньше бы ошибок, я думаю, что мы выигрывали. И что дома проиграли в овертайме 1 очко, что на выезде 4 очка. Посмотри по статистике, у нас очень много ошибок. А так, в принципе, мы ничем не уступали хорватам. По подборам мы все равно боролись с хорватами, как бы ничего не, ну, ничем не уступали. Мне очень нравится этот тренерский состав, я бы с ними еще работал бы. И не столько следующий год, еще через год, через два бы я с ними работал.